В Екатеринбург вертолетом МЧС доставлен турист-одиночка, который едва не погиб на перевале Дятлова, одном из самых опасных мест для экспедиции и путешествий. 28-летний житель Челябинской области доставлен в больницу с сильным обморожением рук. Спасатели забрали его из поселка Геологов. Туда еще 3 дня назад мужчина смог выйти, когда во время непогоды сбился с основного маршрута. Сначала его пытались эвакуировать на снегоходах, но из-за тяжелого состояния такой способ транспортировки оказался невозможен. Вызывали авиацию, чтобы забрать пострадавшего, пришлось совершить посадку фактически в экстремальных условиях. На самодельной площадке разводили сигнальные костры. Добавлю, что на пути к перевалу Дятлова сейчас находится следственная группа. Она занимается поисками погибшего мужчины, о котором еще 8 января сообщили пермские туристы.